В Сургуте, Югорске и Нефтеюганске стартовал третий этап президентских спортивных игр. В соревнованиях принимают участие школьники. Юным спортсменам предстоит показать свои достижения в легкой атлетике, уличном баскетболе, настольном теннисе, плаванию и шашкам. Состязания проходят в 4 этапа – школьный, муниципальный, региональный и всероссийский. Напомним, президентские спортивные игры проводятся с 2011 года. Целью проведения соревнований является пропаганда здорового образа жизни, а также гражданское и патриотическое воспитание обучающихся, приобщение к ценностям олимпийского движения.